Сегодня у нас день посещения соборов, храмов. И сейчас мы пришли к Спасу на Крови. Очень красиво. Часть находится на реконструкции или реставрации. Мы хотели попасть сегодня утром в кафе Зингер, но я не посмотрела. Но, к сожалению, я не посмотрела, со скольки оно работает. Оно работает 10 часов. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Мы только что вышли из храма. Очень красивые русские храмы. Католические соборы тоже красиво внутри. И тоже есть своя такая монументальность, величественность. Но и русские храмы очень красивые. Женщина кормит уточек. Они все столпились, кушают. Никуда не улетели и находятся прямо здесь. Обожаю уточек. And you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Мы пришли к Исаакиевскому собору. Сходили в арт-квартал. Я купила себе пастель, но распаковку я тоже уже сделаю дома. Покажу вам, какую пастель я купила. Сегодня в доме книги я купила еще вот такие конфеты. Мне сказали, что они очень вкусные, и я решила попробовать. Сейчас я открою и посмотрю. Кстати, сказали, что вот именно вот эти, они очень вкусные. Даже не знаю, какую попробовать. Это пралине с вишней и миндальным печеньем в горьком шоколаде. Розовенькие у нас. Пралине с ягодами годжи в горьком шоколаде. Пралине с грильяжем в молочном шоколаде. Но грильяж я точно не могу есть с брекетами. А это у нас с кунжутом и морской солью, кстати. Вот именно эти сказали, что они очень вкусные.
даже не знаю. Ну, давайте вот эти попробуем. Сейчас попробуем. Надеюсь, мои брекеты не останутся на этой конфете. Я не могу раскусить ее просто. Сейчас я пойду ее попробую разрезать на мелкие кусочки. У нас в номере нет ножика. Есть ножичек с кладешок. И я им попробовала немножко отрезать. То есть я думала, что здесь идет цельный миндаль и цельная вишня, да. Но здесь они просто как перемолоты. И здесь такая общая смесь. Сейчас попробуем, как это на вкус. Я не скажу, что это изумительный шоколад, но он достаточно вкусный. Он немножко, конечно, есть в нем такое пластилиновое тень. Я люблю, когда шоколад плавится, именно когда пьешь его с горячим чаем. А здесь такой еще остается привкус, что он не до конца растворяется. Но в целом нормально. Сегодняшний день подходит к концу. И я буду завершать влог. Сегодня мы посетили храм Спаса на Крови, посетили Казанский собор, посетили Исаакиевский собор. Что-то у меня уже... Я уже не произношу слова. Сегодня мы прошли 12 тысяч шагов. И я считаю, что мы молодцы, потому что мы все четко делаем по заданному плану. Спасибо, что смотрели этот влог, спасибо, что были со мной, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся с вами очень скоро. Всем пока-пока!